Ребята, всем привет, кладоискательство в Англии с вами. Давненько на канале не было никакого видео, потому что в Англии очень плохая погода, короче, дождь, везде шлякоть, и не было возможности, чтобы выйти куда-то покопать. Но мы, куда мы умудрились приехать, в Германию покопать чисто вот на викенд. Нашел немецкий танк. Это, ребята, кладуха. Третий сигнал у Виталия. Приехали на американскую базу, и вот наши первые находки. Чисто по первому сигналу. Монетка и поясок от снаряда. Монетка, походу, один какой-то там фенинг или два фенинга, я не знаю. Ну вот, погода, короче, дождь. Но место прикольное, место стопудово прикольное. Так вот, у Виталия второй этот снаряд, не снаряд, а сигнал, отойди. А то бахнуть может. Короче, это штурмгевер. Кто по войне копает, то стопудово знает, что это опасная находка. Она прошла, по-моему, нет, или у него с оригинальности такой был. Я не знаю, я не шарю, реально. Вот я первый раз вот такую находку держу в руках, отвечаю. Главное, по капсуле не дать. Ну, самое главное. Вот такой первый военный артефакт здесь, в лесу. Вообще прикольно. Вот коп по войне, что я хотел. Вот что я хотел. Ну хороший, 20. Давай, 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 копни еще немного. Глубокий, но я боюсь уже после этого. Надо сбоку как-нибудь. Третий сигнал у Виталия. Это третий сигнал у Виталика. Кокарда, гренадеры какие-то. Смотри, она какая большая. Она большая. Это, может, на сумку. Ладно, определим мы потом, но... Состояние! Состояние хорошее. Вообще хорошее. Это огонь, походу. Это огонь, в натуре, это огонь. Все, давай сумку. Дома посмотрим. Ой, мы почищенную вам ее покажем. Виталий трет свою новую находку. Класс, да? Прикиньте, какая гренада. Только зашли 5 минут копаем. Это третий сигнал. Вообще огонь. Прикольно. Так это и есть огонь, походу, да? Я говорю про ситуацию. Ну да, ситуация тоже огонь. Охереть. Класс, класс, да. Все, идем дальше. У Виталия обойма вылетела. Ну, что, это американская обойма? Это американские патроны. Стопудово. 100%. У немцев были, кто по войне копает, тот знает, что у немцев были другие. У них 10 патронов шли, типа, один на другого. Смотри, так вот. Смотри, еще прикольный такой экранчик. Ну, вот, смысле, подожди. Глянь. Вот, американские патроны. Смотри, заряжай, стреляй. Ну. Да, я, кстати, такой же самый выкопал только что, вот только один. Ну, что, а вот это обойма, вот так выглядит американская обойма. Вот какие у них там были, Спрингфилд, винтовки. А что за порох там? Автоматические. Ты не сломаешь новый патрон? Это? Нет, квадратики. А нет, не квадратики, эти такие, ну, эти такие бочечки. Столбички. О, вон, столбички. Вот такое, да. Ну ладно, давай идем дальше. Может, подождем? Идем. Ну можем, без проблем. Так. А вот, короче, стоит в лесу такой бункер. Так, у меня фонарик горит. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Да посмотреть надо, что там. Ладно, все это плохо видно. Вообще почти не видно. О, бойница. Старого такого этого выложено. Вау. С камня старого. Алюминиевый котелок валяется, кастрюля. Бомжи тусили. Ну да, обычный такой. Старый гвоздь еще тех лет 100%. Гнуться его как. Может, здесь тоже просигарить? Ну можешь попробуй. Ой, отломал. Попробуй, попробуй. Да тут ничего не будет 100%, стопудово. Обычный бункер, просто квадрат. Кстати, дверь оригинальная стоит. Вот что интересно. Да, 100% она оригинальная. О, замок такой. Ладно, мы все, мы, короче, выходим, идем копать. Вот такой крестик только что вылетел. Вот такой бомбический крестик со всем ушком, все целое. В Германии. Неплохо. Сейчас мы его почистим, посмотрим, какой у него общий сохран. Попалась такая находка, она мне так и вылетела. Но когда я ее перевернул, смотрите, что оказалось. О-о-о. Вот. С эмалью. Сейчас мы почистим, посмотрим. Ну вот, протерли мы эмаль. И вот такая вот находочка с крестами немецкими. Ну вот такая пулька, застрявшая в дерево, только что вырубили такой большой кусок.
Вот такой откололи. И вот, пожалуйста, вам эхо войны. Так вот она застряла тут. От пистолета, может быть. Интересно. Короче, нашел немецкий танк. Колеса. Ну реально, как броневика, по-моему, немецкого. Вот, сразу тральщик, чтобы поле разминировать. И вот само дуло. 76 миллиметров, я так подозреваю, чисто. Вот, стоит накрытая, ждет своего череда. Блядь, ну колеса интересные. Реально, как от немецкой техники такие. О, миномет. Вот пошла труба. Пах! И погнал снаряд. Тема. Посмотрите, что с земли торчало. Вот так вот. Реально, вот так вот и торчало возле корня. Видите? Открываю, думаю, что там такое. О! Так это кладуха. Это, ребята, кладуха. Блокнот. Детская кладуха, представляете? О! Ожерелье, какая-то игрушечка. О, часики. А это какой-то записной, наверное, блокнот что-то. Ладно, открывать не будем, оставим, как и было. Ну, прикольно, вот такая. Ну, это пластмасса, конечно же, все, бижутерия такая. Но интересного. Школьная, может быть, какая-то, без понятия. Да, кто-то потерял или выкинул. Вот так тут все выглядит. Такой большой обрыв вниз уходит. Прям большой. И мы вот по краю ходим. Ходим. Пока ничего не находим. Но так это все выглядит. Вот.